приходили с лозунгом объединения страны, ну и в конечном итоге и выстраивание отношений с Россией, но ничего не получается у них до сих пор. Потому что они, когда приходят к власти, опираются на большинство народа и большинство избирателей, приходящим к урнам для голосования. А когда попадают во власть, уже начинают немножко колебаться и постоянно оглядываться. Ну, не хватает, мне кажется, просто политического мужества оглядываться на крайние националистические силы. И процесс замирает. Так же происходит примерно и сейчас. Слава богу, мы вот когда в Париже встречались в рамках нормандского формата, договорились о прекращении боевых действий, и это действительно соблюдается, это действительно большое достижение. Произошел обмен удерживаемыми лицами, но ничего не разблокировано с точки зрения экономики и социальной сферы.